Всем привет! С появлением технологии блокчейн многое изменилось. Особенно это касается сферы взаимодействия и передачи личных данных. Сегодня я бы хотела познакомить вас с интересным проектом, который направлен на поддержку сервисов на основе данных, где конфиденциальность является нечто большим, чем просто пунктом. Представляем вам проект Integrity Network. Integrity Network – это наиболее масштабируемое публичное блокчейн-решение для безопасной обработки конфиденциальных деловых и личных данных. Integrity демонстрирует невероятную скорость и конфиденциальность доверенных средств выполнения в сочетании с децентрализованными сетями. Проект является полноценной альтернативой централизованным службам обработки данных, которая по-настоящему обеспечит своим пользователям достойный уровень конфиденциальности. Проанализировав Integrity, действительно можно утверждать, что проект представляет собой высоконадежную и масштабируемую систему, с помощью которой фирмы и разработчики могут создавать безопасные продукты и услуги на основе данных без ущерба конфиденциальности конечных пользователей. Integrity позволяет отдельным разработчикам или фирмам создавать платформы, которые извлекают выгоду из потребительских данных без ущерба для конфиденциальности и риска утечки данных. Integrity предоставляет сторонним разработчикам высокомасштабируемые сайдчейны Polkadot, которые совместимы с любой системой Web2 или Web3 и могут безопасно обрабатывать конфиденциальные данные. Таким образом, проект направлен на сотрудничество, безопасность и постоянное развитие, что обеспечивает его стабильный статус на рынке. Воспользоваться услугами Integrity можно в самых разных областях, ведь обработка конфиденциальных данных является основой любого бизнеса, включая сферу здравоохранения, децентрализованного финансирования и даже управления цепочками поставок. Integrity позволяет нескольким производителям носимых устройств безопасно объединять аналитические данные, защищая при этом конфиденциальность пользователей. Integrity предлагает гибридный дизайн, который обеспечивает скорость централизованного обмена, сводя к минимуму риск контрагента и угрозу опережения. Integrity может облегчить взаимодействие между приложениями для обмена частными сообщениями, не передавая при этом незашифрованные данные посреднику. Проект заручился поддержкой множества партнеров, которые обеспечивают ему дополнительную стабильность и узнаваемость среди криптовалютного сообщества. Integrity имеет собственный токен TIR, общий объем которого составляет 10 миллионов. Он распределяется следующим образом. 5% уходит в казну проекта, 5% отправляется учредителям, 25% выделено на развитие экосистемы и вознаграждение сотрудников, 30% на вознаграждение сторонников и 35% на ранний опрос. Проект активно ведет свою новостную ленту и социальные сети. Здесь вы можете найти много полезной информации, которая ближе познакомит вас с Integrity, а также позволит вам раньше всех узнавать о различных акциях и выгодных предложениях. Integrity – интересный и действительно нужный проект, который предлагает действительно качественные услуги. Если вас тоже заинтересовал данный проект, то ознакомьтесь с ним лично. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Дорогие друзья, на этом наш обзор завершен. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь на них ответить. Спасибо за просмотр, всем пока!